Здравствуйте. Сегодня у нас 28 июля 2023 года. Мы приехали к нашим друзьям, клиентам, коллегам. Это КФК «Бастанчан». Находятся они под Самарой. 40 километров от Самары. Вообще здесь должен быть комплекс по овцеводческому овцеводству, молочному овцеводству. Здесь будет порода лакон. Будут отбирать молоко, выращивать, значит, чистопородную лакон породу. В перспективе будет племрепродуктор по этой породе. То есть будет... И этот комплекс рассчитан на 5000 голов проектной мощности. Это вместе со шлейфом. Сейчас мы вам покажем. Вот это руководитель Олег. Вот встречает нас. Мы привезли сюда 3 баранчиков лакон. Мы с Австрии привезли аукционных. И вот мы приехали в гости. Сейчас мы вам покажем территорию, и Олег нам все расскажет.